Более 300 детей из многодетных семей и дети с особенностями развития из разных уголков Заполярья стали участниками конкурса рисунков «Мама. Первое слово». Конкурс был объявлен в середине октября и приурочен ко Дню матери. Чтобы отметить как можно больше маленьких художников, организаторам даже пришлось расширить перечень номинаций. Члены конкурсной комиссии признаются, определить победителей было трудно. Все работы достойные и интересные, но главное, наполнены добротой, нежностью и теплом. Организаторы конкурса наградили победителей дипломами и вручили подарки. Педагоги, воспитатели – это такие спорные вопросы были. По сути дела, у нас должно быть 11 мест, а тут выведено столько «Мамина улыбка», дети разных вариациях, разных вариантах. Вот сегодня вы увидите такое прекрасное мероприятие. Ну, это дети, наше будущее, дети, это наше счастье. Детям счастья много не бывает. Вот ради них и ради семьи, ради детей все. Признаюсь, никогда я столько не подписывал дипломов, как чиновник. Но это было приятное событие. Я готов это делать всегда, лишь бы только люди чаще улыбались.